Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы поговорим о том, какие комиссии планируется применять на бирже OneCoin. Как вы знаете, несколько недель назад прошла информация о том, что долгожданная биржа, на которой можно будет обменивать ванкоины на фиатные деньги, на криптовалюту, должна стартовать примерно в середине сентября. Ну вот сегодня уже 25 сентября, сентябрь заканчивается, ну, насколько мне известно, биржа пока еще не функционирует. Тем не менее, мне прислали вот такой документ, в котором расписано, какие комиссии будут взиматься при совершении операций на данной бирже. Если перевести данные надписи на русский, то получается вот такая картина. Текущие комиссии на бирже. Первая колонка – это название, вторая колонка – это пояснение, и третья колонка – это как раз размер комиссии. Итак, вступительная комиссия. С каждого желающего присоединиться к платформе взимается единовременная плата после открытия счета и проверки соответствия требованиям. Комиссия в размере $20. То есть, я так понимаю, когда биржа будет запущена, каждый, кто хочет пользоваться ее услугами, должен будет заплатить вступительный взнос в размере $20. Следующее. Депозиты, криптовалюта и фиатная валюта бесплатно. То есть, я не очень понимаю, что подразумевается под депозитами. Ну, значит, в этом случае комиссия не взимается. Обмен фиатной валюты на фиат. Любые обмены фиатной валюты на другую фиатную валюту взимается комиссия в размере 0,2%. И здесь пояснение. Взимается комиссия в размере 0,2% при обмене фиатной валюты на фиат. Комиссия за ордер на покупку-продажу. Если 0,2% недостаточно, взимается минимальная фиксированная плата в размере $5. Комиссия за перевод. Комиссия за переводы в криптовалюте и фиатной валюте 0,003%. Взимается комиссия в размере 0,03% при переводах фиатных валют и криптовалют. Если 0,03% недостаточно, взимается минимальная фиксированная плата в размере $5. Комиссия на вывод. Криптовалюта и фиатная валюта 0,002%. Переводы в ван. Переводы в ван без комиссии. Вот такая информация на данный момент. Многие владельцы ванкоина, многие мерчанты на площадке DealShaker с нетерпением ждут момента, когда же биржа наконец-то заработает и можно будет свободно конвертировать ванкоины в криптовалюту, либо в какие-то фиатные деньги, и таким образом будет обеспечена оборачиваемость средств. Для меня главный вопрос остается в том, что произойдет с курсом ванкоина, если количество желающих продать будет значительно выше, чем количество желающих купить. Ну что ж, запустится биржа, мы все это увидим. В комментариях под данным видео можете высказать ваше мнение, как на ваш взгляд состоится запуск биржи, и если состоится, то когда он состоится. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.